Туда нельзя не вернуться, в один голос говорят волонтеры, которые уже побывали в Сакском районе Крыма. Студенты самарских колледжей и техникумов уже четвертый год ездят восстанавливать памятники, убираться на пляжах, организовывать праздники и помогать детям и инвалидам. Многие уже были в Крыму в прошлом году. Мне понравилось то, как нас встретили там, мы за это очень сильно переживали, думали, как вообще люди будут оценивать нас. Им очень сильно понравилось, мы помогали вот. Детям помогали, ездили, убирались там все. Готовились ко Дню России также. Было очень хорошо. Должно быть, ты должен чувствовать то, что ты кому-то нужен, то, что есть какая-то отдача. То есть я когда помогал, я видел, что человеку нравится, он улыбается, он смотрит, он как-то благодарит меня. То есть это обязательно должно быть присутствовать. За все время акции «Мы вместе» в Крыму побывали свыше 1000 человек. В этом году уезжают более 300. Самарские волонтеры будут помогать Братскому, Сакскому району все лето. Группы сменяют друг друга каждые 10 дней. В этом году в акции участвуют студенты из 35 колледжей и техникумов со всего региона. Нас там ждут и любя называют крымчане цыплята, потому что у детей яркая форма. И даже, знаете, они пользуются тем, что на рынке у них уже везде дисконт, фрукты, сувениры. Ой, самарские, мы вас любим, идите к нам. В Самарской области волонтерское движение поддерживают на законодательном уровне. Желающих стать добровольцами множество. Во время недели добра, которая прошла в апреле, на благо жителей трудились около 60 тысяч волонтеров. Помощь получили 500 000 человек. По словам экспертов, добровольчество меняет молодых людей. Изменение мировоззрения, оно влияет на все. И на отношение к учебе, и на отношение к своим друзьям, к родителям, к городу. И поэтому для многих добровольчество становится смыслом жизни. На открытии акции «Мы вместе» почти 50 человек на чемоданах. Первая группа добровольцев отправится в Сакский район уже сегодня. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.